платок. Кстати, я его взял у Александра. Говорят, он волшебный. Мне кажется... Какой живучий телефон, ребят. Помогите аплодисментами, ребят. О! Он его не подменял. Итак, ребята. Не подменял, да? Я прошу убедиться, что это ваш телефон, правильно? Посмотрите внимательно. Все, фокус закончен. Я просто хам! Азамат, вы что скажете? Вы уже прошли через это? Мне кажется, восстановлению не подлежит вообще. А это совершенно правильный ответ. Потому что вы, господин Муратаев, имеете смелость раскрывать секреты иллюзионистов и лишать их работы. В смысле? Что это?